Алевтина раньше занималась конным спортом, но большой перерыв дала себе знать. За несколько лет школьница растеряла навыки. Вспомнить, как правильно держаться в седле, вести коня рысью и галопом, ей помогают в военно-патриотическом казачьем клубе «Кордон». Научиться кататься, чтобы в будущем иметь уже что больше, ну, что вообще обучение какое-либо. Лошади очень дружелюбные. Принимают людей. Клуб действует всего лишь первый год, но уже обрел большую популярность среди юных казачат. Здесь школьников не только обучают верховой езде, но и занимают активными играми. Иногда даже выходят на рыбалку. Всего в клубе содержат 12 скакунов. Обучение ребят проходит под контролем опытных инструкторов. Стараемся обустраивать. Вот в данный момент заканчиваем полосу препятствий, на которой детки у нас будут соревноваться. Я надеюсь, что в августе мы проведем первое такое торжественное мероприятие, скорее всего, на какой-то приз атамана района. Приедут детки с разных школ, с казачьих классов, и будут соревноваться и в прохождении полосы препятствий, в седлании лошадей, где-то какие-то моменты верховой езды, метание ножей и стрельбы из пневматической винтовки. В здоровом теле здоровый дух. Главное правило площадки. Уклон, конечно, на спортивные занятия, однако есть время и для творческого развития. Музыкальные занятия, я уверена, есть у всех. Но вот у нас дети на музыкальных занятиях разучивают казачьи песни, либо на кубанском говоре, либо о казачестве. И в нашей школе, в единственной в районе, есть гимн казачьих классов. В одну лагерную смену входит 200 человек. Все они ученики классов и групп казачьей направленности. Уже завтра педагоги и вожатые подведут итоги и покажут результаты своей работы родителям. Как отмечает руководство школы, летний лагерь «Казачок» станет ежегодной традицией. А пока школьники начинают готовиться к слету казачьих классов и новому учебному году. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.